чё? Ждал Вьетнам, блядь, в 2020-м, знаете, нахуй. Шубу хорошо. Блядь, мне уже эти негры упали. У меня зависнусь. Головность. Да чё, он что, в розыске? Передавайте. О, ну... Да. 10-4, наблюдаю вас. 10-4. Вылетаете. Либо глухой, либо слепой, блядь, не знаю, что. Делается предупредительно сразу по колесам стоит. Берите обоих до выяснения. Сразу же в наручники. В смысле? То есть, допустим, я отыграл, дубинкой ёбнул и прошел, да? Точнее, дубинкой ёбнул. Очень просто система, надо дубинкой. Наваливается, на него снимает наручники с пояса, накидывает наручники на его руки. Команду КУФ никто не выбирал. Проверь свои отыгровки. Нет, именно это убрал, я и без отыгровок. Команда КУФ есть. КУФ ID, она есть, ты чё? Я так что... Отыгрываю. Что с НФ? Я от КУФ у меня. Не, кстати, у меня отыгрывает. Ну, КУФ работает. Адам 1, Юнит 2, просите пассажиров. Адам 1, Юнит 2? Да. Че, спонял? Проси этих. Проси вот этого вежливого бомжонка слезть с моей машины, нахуй. Пару ноги не переломал, бля. Простите, меня не работает такое. Ну, залез на тачку, остался без ног, понимаю. Полиция. Даже во Вьетнаме было больше шансов.
Джонни, не на деревьях, Джонни. Они тебе денег дали, нет? Да. Ну пусть дал. Я ПРП. А, нет. Вот его сейчас нахуй за взятку ебаю. За что? За взятку, серьезно? Да, он там дал ее нахуй. Ох, блин, стой, причина какая, вдруг человек просто щедрый, блядь. Ну, блядь. Ну, кстати. Щедрый, когда я при исполнении, блядь, охуенно у него щедрый будет. Щедрый бомб. Подачи фантом спинует к. Сколько он тебе дал? 50к. Ну хера, чтобы ему мало. Он мне 5000 дал, алло! Сука его нахуй за то, что он мало дал. Да что было? В натуре ебать его? Да, прям бей его нахуй. Ты чё, блядь, столько мало дал? И вот типа куда вы теперь будете их грузить? Сейчас кто-нибудь ещё будет вылупаться, и всё уже место не будет. Итак. Чё, сборка? Арестовать его? Чего? Шлифровка кузова, блядь? Чего, блядь? Да, арестовывай, предъявляй и за взятку, и арестовывай. Подожди, бля, он мне тоже денег дал. У меня над головой, над фантомом, написано фантомный логик ID, внизу ХП, и внизу этап сборка и шлифровка, блядь, кузова. Альфа-скопка, блядь, что? Чё, блядь, машину чинить, что-то? Говорил, блядь, чмо нахуй. Всё, улетел. Чё, кто-нибудь хочет меня врезать? Вот ещё один. Я слышу, что бомжонка задержал. Взял. 2-4. Кованые дебилы. Раз, я и говорю, они там надо, блять, отцеплять объектами нахуй, чтобы они не въебывались в этот чай. Так а вы чё этого не делаете? Хотя бы машину градили себе. Аккуратно, аккуратно. Возвращайся, смотрите, где шаёбни. Оружие да приготовьте. Пытается. Что он делает? Активики. Он сейчас. Что-то он не думал, человек. Просто так не устанавливает. Да, да, да. Пошел, пошел, блядь. Блять, можно же было убивать людей игроков за подметку? Я сейчас нахуй всех убью. Что у него за херня над головой? Сборка шлифовок кузова. Блять, как в рекаунте хорошо, блять, нет, не было аккаунта. Блять, я вот не понимаю, что там было с ним там. Блять, а ты пьешь похоба попа, ловишь бомжей, сажаешь их на шизе. Сейчас я не дам тебе покупку. Просто сильно кидать себе ничего такую же покупку. Честно, надо было написать просто это. Мало дал. Я так по-русски сказал, а так надо ему взятку. Попытка подкупа. Взятие взятки должно. Не, вот. 4.1.
А так это ему 5 звезд надо въебать. Я его объявил, проводи первичные обыски. Джеймс, слышишь? А можно, короче, права шепотом зачитывать? Нет. Почему? Блять, как ты это себе представил? Ты такой шепотом зачитываешь, и этот такой приходит в суд и говорит, он нихуя права не зачитал, а ты такой это доказательство даешь, потому что нет, я вот зачитывал правду шепотом. Нужно говорить с такой громкостью, чтобы у тебя было слышно это на бодикамере. Можно писать, типа, это, моя камера слышит, человек обычно не будет слышать. И продолжить. Блядь. О, так она на первичном же обыске не обязательно перчатки делать, да? Чекай, сейчас еще ФБР скажет. А где ваш этот, блядь, как его, сука? Ордер на обыск, а? Хуйна, возьми в рот. ФБР в каком стриме? О, блядь, смотри, ФБР в каком стриме? Джон Крикман поумничает, блядь, чек. Блядь. Нихуя. Блядь, вот нельзя проехать мимо, надо что-то типа сказать. Почему нельзя просто проехать мимо? Нет, нужно остановиться, написать Михау и Сишка есть за фудичан. Откати шинку, неправильно проехать. На капот его не надо при первичном, просто обычный обыск завозки. Это не капот, это багажник. Просто... Капот занят. Просто, слышь, мир злой. Влазик, ты можешь перекинуть груду сюда? Вообще не могу. Зажми, поворачивает Алекса спиной к себе, проводит первичную обувь. Все, типа. Блять, Никита, ты сейчас в игре? 976, блядь, чекай, пожалуйста. Смотри, вот видишь, что вот этот Степан? Владик. Видишь, бля, это куда что-то происходит? О, Энтони Макфла, ёбаный в рот! Дэм, чё? Код 0? Блять, ёбаный, типа... Пизда, нахуй, тут ебать чисто код пизда. Сука, Макфлай, блядь. Блядь, кто у меня? Ислам, блядь. Дарас мусульманский, блядь. Осуждаю. Осуждаю. Бля, 10-2, рядом один. Заканчивает патруль на это.